Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В России отметили День матери. Мероприятия, посвященные празднику самых близких и любимых, прошли во многих школах и детских садах города. Малыши долго готовились к концертам. Дмитрий Теряев присоединился к поздравлениям. Концерт-подарок для мам прошел в театре «Сургу». Около 20 танцевальных номеров показали ведущие коллективы города. Не обошлось и без сольных выступлений. Как отмечают абсолютно все участники, к концерту готовились долго и упорно. Ведь самое главное – доставить радость всем мамам, сидящим в зале. Любой праздник принято дарить, какие-то делать сюрпризы неожиданные. Поэтому вот мы тоже подготовили премьерные танцы, мы подготовили выступления самых маленьких артистов, приготовили красивое выступление взрослых наших артистов и участников хобби-класса. Маленькие артисты не упустили возможности поздравить мам не только со сцены, но и на камеру, чтобы их услышал весь город. Я желаю хороших детей, здоровья и радости. Здоровья, счастья и хороших людей по работе. На нашем празднике сегодня не разрешается скучать. Хотим, чтобы ваше настроение и милость оценку 5. А так началась праздничная программа от воспитанников детского сада «Мишутка». Танцевальные номера, песни, стихи. Настоящий большой сценарий. Каждый номер от всего сердца. Поднять эти чувства для детей именно на высокий уровень взаимоотношений, потому что для каждого мама – это самое главное, что есть в жизни, самое у всех народов мира, самое единственное, сокровенное, которое тебя никогда не предаст и будет в твоем сердце всю твою жизнь. Кто меня поцеловал, мамочка? Кто ребят любит меня, мамочка? Кто на свете лучше взял, мамочка? Дмитрий Теряев, Наталья Грачева, Вячеслав Шуркунов, Сургут, Интерновости. Программа «Спортлайн». Точный обзор спортивных событий за неделю. Эксклюзивное интервью, звездные гости, феноменальные рекорды. Только здесь. Все о победах и поражениях чемпионов. Спортивные журналисты Дмитрий Подлесной и Дмитрий Круковец. Каждую неделю на каналах «Сургут, Интерновости», СТС, ТВ-центр, ТВ-3. Онлайн. www.interanews.ru